На 224-м километре новой автотрассы Алматы-Талдыкурган произошло обрушение обочины дороги. По словам специалистов, причина создавшейся ситуации – талые воды. В мобильной же сети появился ролик о возможном ЧС. Автор видео предупреждает водителей быть осмотрительными, проезжая через мост близ села Алгабас, поскольку он грозит обрушением. Наши корреспонденты побывали на участке трассы и встретились с представителями «Казахавтодора», которые находились на месте происшествия. По их утверждениям, ситуация находится под контролем и не представляет опасности. Данный обвал проезжей части не угрожает. Все меры по ликвидации будут приняты. Подрядчик уже приступил к работе. Все затраты будут за счет подрядной организации.